Всем привет! Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Давно мы с вами не виделись. Лето, отпуска. Сейчас я уже вот свободна и готова снимать для вас видео новые. Хочу показать сегодня летнее цветение моих орхидей. Тех, кто еще цветет. Тех, кто уже доцветает. Есть еще, конечно, некоторые даже набирают бутончики, но таких мало, потому что стоит жара, неимоверная жара, 40 градусов, и многие, конечно, орхидеи в жару не цветут, они сбрасывают свое цветение и переходят как бы в такой режим покоя, я бы его так назвала, потому что им очень жарко, они в этот момент хотят жить, выживают, поэтому не цветут. Вот, к сожалению, в южном регионе это вот такой минус. Летом у меня всегда не очень много цветения. Вот, значит, вот первая красотка, которую вам хочу показать, это микифлора. Микифлора — это название азиатское этой орхидеи. Есть микифлора азиатского производителя, есть также у голландского производителя. В данном случае у меня голландская микифлора. Но сейчас вроде бы как я знаю, что есть новое название, именно голландцы его придумали. Вот сейчас вот я, к сожалению, не вспомню это название, но я встречала его уже. Именно у этого сорта цветочки очень нежные, такие красивые. Это первое домашнее цветение. Вот такое вот симпатичное. Достаточно много цветочков. Один, правда, она уже сбросила, микифлора. У меня, как вы видите, два растения. Очень приятный аромат. Цветочный, насыщенный такой вот, с какими-то нотками, можно сказать, бергамота. Мне очень напоминает леодора по форме цветка. Очень напоминает. Конечно, цветок мельче, чем у леодора, крупнее цветочек. Вот. Но очень изысканный, красивый. Можно любоваться бесконечно. И на листиках у него вот такой вот имеется сизоватый такой, ну как это сказать, не налет. Ну да, сизоватый. Это не пыль, это именно такой окрас листиков. Вот они, вот такие красивые. Розеточки такие плотные. Еще не пересаженные у меня, не успела я. Они вот решили зацвести, порадовать свою хозяйку в первом домашнем цветении. Очень красивые, мне очень нравится, как смотрится эта орхидея. И самое главное, она очень ароматная, приятно пахнущая. Не жалею, что у меня два экземпляра, и даже не собираюсь никуда один экземпляр отдавать, продавать. Вот. Это всеми узнаваемый, всеми любимый Сога Реликс. Вот. Постоянный цветун, просто цветет, цветет, не переставая, доращивает свои цветочки. Вот еще тут у него два цветочка. Вот такой вот красивый малыш. Он еще малыш, потому что он подросток, еще даже не пересаженный. В скором будущем я его пересажу. Это моя любовь и гордость. Это Joy Fairy Tale. Просто вот он у меня с 13 декабря 2018 года. И это растение, не переставая все эти годы, цветет. Небольшие были проблемы у него тут, но сейчас листики пошли расти, новенькие, хорошенькие, и при этом он всегда в цвету. Всегда он радует своими красивыми позитивными треугольными цветами. Невероятно яркий имеет аромат. Цветет всегда достаточно пышно. Ну, сейчас лето, поэтому три цветочка. Вот эти все пенечки от старых цветоносов — это все домашние
пенечки. Представляете, сколько раз он у меня цвел. Причем он еще доращивает с кончика, пробуждает боковые веточки. В общем, очень красивый. Люблю его очень сильно. Это уже доцветает розовый язычок Льюиса Берри. Вот, тоже очень вкусно пахнущий. И такой вот непривередливый малыш. Ну, он уже отцветает. Моя прекрасная бабочка желтый шоколад. Тоже моя любовь. Моя удача и везение. Покупалась обычный подросток. И зацвел он бабочкой. Тоже очень давно в моей коллекции. Ну, примерно вот, наверное, как и Joy Fairy Tale. Вот такой вот он красавчик. Тоже очень приятно имеет аромат. Ну, те многие знают, потому что он есть в коллекциях у многих. Это же желтый шоколад. Это просто классика, я считаю, азиатских орхидей. Очень-очень вкусный, приятный. У меня еще есть обычные формы. Это уже недавно заказанный. Он сейчас тоже цветет. Сейчас я вам его покажу. Вот он. Покупался второй экземпляр, получается. Ну, но он уже, как положено, зацвел обычным цветочком. Это просто невероятная прелесть. Это тонко 7. Так, нет, это тонко 5. Тонко 7 у меня вот здесь, вот вместе с ней, соседушка ее живет. Это маленькие 1,7 покупались фласочные орхидейки. Почему-то прироста листьев у них нет, но вот в этом году он порадовал меня одним цветочком, достаточно крупным цветочком. Вот, прям он такой крупный. Вот такой вот прелестный малышек. Получается, орхидеи даже в размере 1,7 вот так вот могут зацвести, то есть без проблем. Но единственное, что, конечно, нарастили корни очень большое количество, потому что их не было фактически. И вот сейчас я могу любоваться вот этим вот одним, но очень-очень красивым цветочком. Посмотрите, какой он яркий, матовый. Красивый. Пока ароматы я не чувствую, но он открылся буквально день назад, еще подрос в размере, я думаю, что, возможно, скоро появится аромат. Так, здесь у нас тоже очень красивая орхидея. Мелоцея Индиго Блю. Вот так зацвел он. Имеет потрясающий аромат. Просто потрясающий виолоцейный аромат. У кого есть виолоцея, тот знает, как они пахнут. Просто невероятно от этих двух цветочков пахнет на всю мою лоджию. Вот такой вот красивые такие маленькие колибри. Очень красивые. Также есть у меня его брат, который был как бы, получается, куплен как другая орхидея, но оказался пересортом. Сейчас я вам покажу. Он находится полочкой ниже. Вот, посмотрите. Посмотрите. Эта орхидея покупалась как Кришна, но расцвела совсем далеко не Кришна, как вы видите. Очень не похожа на Кришну. Посмотрите. Вот так они похожи. Запах они имеют примерно одинаковый. И я думаю, что, ну, если это не та же самая орхидея, то, по крайней мере, это какой-то его брат либо сестра. Немножко форма отличается, да. Немножко расцветка чуть-чуть отличается. Но, в принципе, что-то общее, много, вернее, чего общего у них есть. Так, запах у обоих очень приятный, но вот у настоящей велоцея я бы сказала, что он такой более насыщенный. Здесь более разбавлен запах, но
Он тоже достаточно сильный и приятный. Я вот не могу описать, какой. Ой, нечаянно. Какой он. Но он очень-очень приятный. Мне очень нравится. Так, это цветет уже давно, кстати, цветет. Тайсука Мики. Вот, смотрю, он начал доращивать бутончики. Немножко он подвыцвел. Распускается он такой темный бордо. И когда жарко, у него вот очень много вот таких вот белых пятнышек по краям лепесточков. Очень красивый сорт, просто невероятный. Ну, это уже не азиат, это моя Джулия. Тоже цветет у меня уже со второго цветоносика. Вот такие вот мутантики выдает интересные. Я не знаю, почему такие вот странные мутированные цветочки порой у нее распускается. А вообще очень-очень такая старательная. Столько листьев она нарастила, пока она у меня еще меньше года. Больше 8 листьев, я считала, она нарастила. Еще сейчас покажу вот этого вот ароматного красавчика и буду закругляться, потому что что-то с камерой у меня там мало места. Вот посмотрите, какой красивый. С пушистой губкой. Замечательный, красивый, обалденный восковый цветочек. Пахнет просто невероятно тоже. Очень вкусно пахнет. Вот такой вот красивый малыш. Вот такая пушистая губка у него. Это вот такое название у нас. Германи Винсент White Eagle Насип. В общем, это какой-то кросс. Очень удачный, я считаю. И красивый. Посмотрите, какой. На этом я хочу с вами попрощаться. Это была только первая часть. Я сниму с удовольствием для вас еще вторую часть. Правда, ну, как бы не очень много есть чего снимать, но кое-что еще есть, что показать. Вот. Желаю вам всего самого доброго, позитивного, прекрасных цветущих орхидей, яркого лета. И на этом я с вами прощаюсь. Всем пока!